Привет! Распродажа с большими скидками уже началась и продлится к 16:00 понедельника. И в честь дня скидок я сейчас вам покажу очень полезную и классную электронику, которую реально стоит приобрести, так как она годная и полезная. А также, если вы досмотрите видео до конца, то примите участие в конкурсе на $20. Пишите любой комментарий, и он попадет в следующий ролик. Приятного просмотра! И начну я с магнитного кабеля. Очень удобная и классная штука для зарядки. С помощью магнитной зарядки подключение кабеля к гаджету займет долю секунды, а съемный коннектор сбережет целостность микро-USB разъема в телефоне. Магнитная зарядка для Android выполнена из высококачественных материалов с антикоррозийными свойствами и устойчивостью к механическим повреждениям. Избавит вас от необходимости поиска нужной стороны кабеля. Благодаря симметричности коннектора его можно подсоединять любым боком. На качество связи это никак не влияет. Кабель соединяется с устройством посредством магнитного притяжения. Универсальный магнитный кабель подходит ко всем телефонам. Нужно только при заказе выбрать тип штекера зарядки – micro-USB Type-C или же для iPhone. Я уже давно пользуюсь таким кабелем, штука очень удобная. Xiaomi Mi Band 2 – самый популярный фитнес-трекер, но его можно носить также вместо часов. Ключевой особенностью Mi Band 2 от 1 является наличие OLED-дисплея, который позволит информировать о пропущенных вызовах, показывать время и текущий пульс. Как и прежде, для уведомлений предусмотрен вибромотор. Основная функциональность представлена шагомером, пульсометром и функцией отслеживания сна. Время автономной работы составляет до 20 дней в зависимости от использования тех или иных функций. В общем, штука крутая, и мне кажется, что есть уже у всех. А у тебя есть? Ставь на паузу и пиши в комментариях. Удобный универсальный фонарь на голову с аккумуляторами и зарядным устройством. Корпус сделан из анодированного алюминия и высокопрочных композитных материалов. Этот налобный светодиодный фонарь не боится влаги и встрясок. Дальность освещения доходит до 300 метров. Элементы питания крепятся в держателе на тыльной стороне головы, что делает фонарик очень удобным в использовании. Фонарь на лбу может менять угол вверх-вниз до 90 градусов. Таким образом, можно направить свет как прямо себе под ноги, так и перед собою. Питание налобного фонаря обеспечивают два аккумулятора типа 18650, а их подзарядка осуществляется с помощью зарядного устройства в комплекте. Зарядка подключается к аккумуляторному отсеку через закрытый резиновой заглушкой разъем. Брызгозащищенный корпус позволит пользоваться фонарем и в небольшой дождь. Мощность 10 000 люмен. У меня был на обзоре такой фонарик, штука офигенная. Умная отвертка Wolfstick 19 в одном. Очередное полезное устройство для дома и работы. Стильный дизайн в форме ручки, алюминиевый корпус, множество насадок, ручной и автоматический режим управления. Все это объединяет в себе отвертка Wolfstick. Интегрированный в корпус переключатель позволит легко перейти из ручного режима в автоматический и наоборот. Мощности устройства достаточно для обеспечения скорости до 150 оборотов в минуту. В устройстве предусмотрена возможность смены насадок для различного рода работ. Широкий выбор насадок 18 сменных бит, выполненных из легированной стали, позволит вам починить многие устройства. С такой отверткой вы сможете починить любой небольшой гаджет от телефона до шуруповерта. Классный мощный пауэрбанк на 20 000 мАч за хорошую цену. Устройство обладает двумя стандартными исходящими разъемами на 2,4 ампера для смартфонов и планшетов, а также один разъем 3,1 ампера Quick Charge для быстрой подзарядки совместимых устройств, которыми являются топовые смартфоны от известных производителей. Подзарядка самого пауэрбанка осуществляется любым удобным способом, как через обычный шнур micro-USB, так и новый Type-C разъем, благодаря которому восстановление энергии происходит в два раза быстрее. Реальная емкость литий-полимерного аккумулятора, установленного в корпус, составляет 20 000 мАч, что обеспечит вас подзарядкой смартфона до 7 раз или планшета до 5 раз от одного заряда. Сам корпус выполнен из высококачественного полиуретана с рифленым паттерном, что предотвратит от появления мелких царапин и потертостей, а удобный ремешок из силикона окажется полезным при ношении на рюкзаке, в походах или путешествиях. Рекомендую приобретать такое устройство в дальние поездки. Крутой фонарь с крючком и магнитами для крепления. Применяется для освещения затемненных участков в доме, гараже и в темное время суток на улице, а также при производстве ремонтных и сервисных работ в автомобиле в качестве источника света.
имеет прорезиненный корпус и флуоресцентные вставки для легкого нахождения в темноте, оснащен выдвижным крючком и магнитом для крепления, что делает эту модель независимой в походе и в качестве резервного источника света. Есть возможность регулировки положений, 6 вариантов, относительно опоры фонаря. Система сильных магнитов позволит закрепить его на металлической поверхности под любым углом для удобства работы. На задней грани фонаря находится складывающийся крючок для подвешивания. Двухсторонняя флешка для ПК и смартфонов-планшетов. Универсальный флеш-накопитель, который сочетает в себе два широкоиспользуемых порта USB и microUSB. Если вам нужно срочно скопировать или перенести информацию, а вы находитесь в поездке, где нет Wi-Fi, то здесь как раз станет прекрасным помощником универсальная флешка. Она подходит для переноса данных практически с любых периферийных устройств, телефонов и смартфонов. Теперь не нужно никаких кабелей, чтобы перенести музыку или фото с телефона на компьютер. Все стало намного проще. Для этого достаточно вставить в смартфон флешку, скопировать в нее необходимые, а затем вставить в другой телефон, ноутбук или компьютер и перенести нужные файлы. Универсальное цифровое зарядное устройство способно заряжать практически всевозможные цилиндрические аккумуляторы, включая такие форматы, как EMR и LiFePO4. Устройство оснащено LCD-дисплеем, на котором отображается статус зарядки по каждому из четырех каналов, информацию о напряжении, токе и времени зарядки. Встроенная интеллектуальная система, позволяющая в автоматическом режиме определять тип установленного элемента питания и за счет микропроцессора распределять соответствующие напряжение и ток, необходимый для плавной и, главной безопасной зарядки. Также в автоматическом режиме может определить состояние аккумулятора на текущий момент и выбрав при этом индивидуальный режим зарядки. Защищенный литий-ионный аккумулятор Panasonic с высокой энергоемкостью 3400 мАч обеспечивает высокие токи разряда. Данные аккумуляторы обладают максимальной реальной емкостью для аккумуляторов формата 18650. Применяются в различном электрооборудовании, где требуется компактный и мощный источник питания. Выдерживают до 500 циклов заряд-разряд. При этом энергоемкость падает только до 80% от номинальной. Работоспособность аккумуляторов сохраняется. Такие аккумуляторы устанавливаются во многих топовых моделях ноутбуков, батареи которых служат не один год. Еще одной особенностью этих аккумуляторов является химический состав элемента, который позволяет предотвратить возгорание даже при повреждении. Сенсорный выключатель освещения предназначен для управления нагрузкой в режиме «включить-выключить». Управление осуществляется сенсорной панели, поддерживаемые типы ламп, лампы накаливания, энергосберегающие, галогенные лампы 220 вольт, люминесцентные лампы и светодиодные лампы. Панель выполнена из оптического стекла OptiWhite, которое устойчиво к износу и удобно в уходе. Подключение к электросети происходит по стандартной схеме, а установка выключателя осуществляется в круглую монтажную коробку для скрытного монтажа. Очень стильный и удобный девайс, ваши гости точно заценят. Powerbank для ноутбуков и прочих гаджетов. Помимо автономной зарядки мобильных телефонов, этот малыш способен заряжать любой тип ноутбуков. Емкость встроенной батареи 30 000 мАч. Есть два USB-порта с током до 2,4 ампера и порт для зарядки ноутбуков с выходом 19 вольт и 3,5 ампера. Также в комплекте к нему идут переходники под любые ноутбуки любой фирмы. Больше 350 заказов и столько же отзывов. Кто часто путешествует и ездит в командировки, те действительно оценят такой powerbank. Вакуумный упаковщик нужен для надежного хранения продуктов. Продлевает срок годности до 5 раз без потери питательных свойств. Процесс упаковки полностью автоматический. Воздух откачивается и пакет запаивается. Можно ламинировать документы. Защищает продукт от высыхания. Защищает от попадания влаги и воды. Увеличивает срок хранения продуктов. Сохраняет аромат и вкус на очень долгое время. Защищает от появления насекомых, моли и других. Экономит место, сохраняет дегидрированные фрукты, овощи, грибы и другие продукты от плесени и прочих грибков. Такой упаковщик очень полезная штука в доме, причем сейчас его можно купить за очень хорошую цену.
Сушилка для обуви поможет сохранить обувь в сухости в течение всего года. Она обеззараживает благодаря озонатору и высушивает обувь благодаря тепловой конвекции и подходит практически под любой размер ботинок. Ее также можно использовать для обогрева обуви в холодную погоду. Вам больше не придется одевать мокрые ботинки в холодную погоду и тем самым ставить под угрозу свое здоровье. Достаточно прийти домой и воспользоваться удобной электросушилкой обуви с таймером. Вы даже можете выйти по своим делам, а устройство прекратить свою работу самостоятельно за счет заранее установленного таймера. У меня такая сушилка была на обзоре, и я лично могу рекомендовать данный девайс. Он меня часто выручает, тем более в данное время года. Бортовой компьютер подходит для стандартного протокола OBD2 и совместим как с бензиновыми, так и с дизельными моделями автомобилей. Особенно будет полезен тем, у кого в автомобиле нет датчика температуры, тахометра и счетчика расхода топлива. Это многофункциональный и простой в работе компьютер, не доставит вам проблем и выручит в нужный момент. Основной функционал данного бортового компьютера. Напряжение бортовой сети показывает, сколько вольт в бортсети и не разряжен ли АКБ. Тахометр, термометр считывает показания датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, расход топлива, считывает ошибки и удаляет их, спидометр, сигнализация, звуковая и световая установленных вами значений, температура охлаждающей жидкости, скорости, оборотов двигателя, напряжение бортовой сети. Есть возможность вывести на экран один из параметров, поддерживающих протокол OBD2. Есть режимы диагностики и обработки данных, диагностика тормозов, тест ускорения автомобиля и другое, автоматическая регулировка яркости дисплея. Tronsmart T6 – одна из самых популярных, качественных и мощных колонок из представленных сегодня на рынке. Ее часто сравнивают с JBL, что уже говорит о высоком уровне исполнения. Качественное звучание привлекает внимание людей, которые любят слушать музыку не только громко, но при этом хотят и чистого звучания. Среди конкурентов данное устройство выделяет интересный дизайн, который также позволяет экономить место, так как колонка стоит вертикально. Управление выполнено в виде круглых кнопок, которые заключены в кольцо, отвечающее за громкость. За звук в данной колонке отвечают два динамика по 12,5 Вт, которые расположены на разном уровне и направлены в противоположные стороны. Такое размещение позволяет добиться более объемного звука. Дополняет эту конструкцию пассивный сабвуфер, расположенный снизу и воздействует на поверхность под колонкой. Хорошая колонка для любителей громкого и качественного звучания. Встроенный аккумулятор может поддерживать ее работу до 15 часов. Обладает приятным эстетическим видом, что также станет поводом для покупки данного гаджета. А вот и конкурс. Приз. Любой товар бренда Digo на сумму в $20. Ссылку на бренд смотрите в описании. Там много классных и полезных товаров. Чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео, поделиться этим роликом в любую из соцсетей и оставить ссылку на репост в комментариях, чтобы я смог проверить. А также пишите, какие товары вы уже заказали или еще будете заказывать на этой распродаже. Мне интересно. Спасибо тем, кто поддерживает ролики пальцем вверх. Удачного дня. Всем пока!